В молодежном пространстве «Этаж» станицы Северской состоялась встреча участников Совета по развитию предпринимательства и малого бизнеса. Прошла она на этот раз в нетипичном формате бьюти-завтрака. Последний год уходим от формата скучных совещаний, докладов за трибунами, стараемся креативить, чтобы вам было интересно, чтобы помимо полезной информации вы еще просто хорошо провели время, познакомились и получили для себя что-то полезное. Организаторы мероприятия решили объединить приятное с полезным, обсудить новости, поделиться идеями, познакомиться с новыми людьми, опыт которых может оказаться полезным, и просто позавтракать в приятной компании. О том, каким должен быть завтрак для здоровья и красоты, участницам рассказала фитнес-тренер и нутрициолог Екатерина Меньшикова. Приготовила омлет и запеченные яблоки в микроволновке. Для участниц встречи, среди которых были индивидуальные предприниматели и те, кто оформлен самозанятым, на интересующие вопросы ответили приглашенные специалисты налоговой службы Фонда социального страхования и руководитель Краевого фонда микрофинансирования с информацией о возможности получения займов для старта или развития бизнеса. Успешные в бьюти-индустрии северчанки записали видеообращение для присутствующих, где рассказали о своем опыте использования господдержки. После официальной части мероприятия перешли к мастер-классам от участниц по парикмахерскому искусству, макияжу, изготовлению натуральной косметики, во время которых каждый поделился своим опытом и достигнутыми результатами.